чемпионки Европы. Итак, вот второй поединок, и мы видим, что сейчас вносят пояс чемпионки Азии. Да, это весовой категории 55 килограммов. Этот пояс будет отстаивать Валентина Шевченко, представитель нашей страны, и Гульзара Азизова. Это чемпионка Казахстана. Чемпионка мира, бронзовая призерка Кубка Азии. По версии ВАКа ПРО, да? А по версии ВАКа. Формула этого боя 6 раундов по 2 минуты. И первый в ринг мы приглашаем нашу гостью Гульзара Азизова. Встречайте! Приглашаем в ринг чемпионку Кыргызстана по тэквондо, карате, кикбоксингу Валентину Шевченко, город Бишкек, Кыргызстан. Встречаем! Итак, сегодня разыгрывается титул чемпионки Азии среди профессионалов по кикбоксингу в весе до 55 килограммов. Итак, первый раунд титульного поединка за звание чемпионки Азии среди профессионалов, где встречается Азизова Гульзара, представительница Казахстана, и наша Валентина Шевченко, весовая категория 55 килограммов. Ну и по традиции наша гостья в красном углу ринга, а Валентина Шевченко в синем. И этот поединок проводится по формуле, да, 6 раундов по 2 минуты. Итак, я напомню сейчас, что вот слева от вас на ваших экранах это представительница Казахстана, она является чемпионкой мира по версии ВПК, это Всемирная профессиональная кикбоксерская ассоциация, и также является она бронзовой призеркой Кубка Азии по ВАКО, это Всемирная ассоциация кикбоксерских организаций. Ну, а Валентина Шевченко, это наша представительница, вот она в красных шортах выступает, это чемпионка Кыргызстана, неоднократная чемпионка Кыргызстана, также по многим видам единоборств, по кулату, карате, кикбоксинг, тэквондо, ITF. Вот Валентина Шевченко на ваших экранах. Ну, что можно сказать, что, конечно, Гульзара Азизова, она несколько поопытнее нашей спортсменки. Вы видите, она очень уверенно и собрано проводит этот поединок. Вот проводит такие вот технические очень насыщенные такие удары, одиночные. Великолепно вот видите, передвигается по рингу. Ну и Валентина Шевченко тоже, как говорится, не подарок. Тоже она имеет большой опыт выступления в ринге. И вот вы видите интересный титульный поединок за звание чемпионки Азии. Да, ну вот можно добавить, что Гульзара Азизова, она является пятикратной чемпионкой Казахстана. А вот Валентина Шевченко тоже является неоднократной чемпионкой нашей страны. И в принципе... Это где-то, наверное, третий ее бой на столь высоком уровне. Ну да, нужно вспомнить вот поездки в Оман. Вот, Тахир, ты там был, вот расскажи, как она там проводила поединок. Ну, она встретилась в весовой категории до 65 килограмм с ливанской спортсменкой Тиной Закарьян. Ну, как она вот, была да, как вы на знаете, 10 килограммов, да, да вот как вы... превышал ее вес. Видите, это весовая категория до 55, а там ей пришлось выступить в категории на 10 килограмм больше. И вот, несмотря... И, кстати, ливанская спортсменка еще на 10 лет старше ее была. И вот, несмотря на такую большую разницу в весе, да, в весе и
не то что в возрасте, а в опыте. Да. Да. Вот наша Валентина Шевченко очень хорошо себя показала и стала победительницей. Убедительно выиграла. Да, убедительно выиграла. Ну что, я думаю, что вот тот дух, который обладает сестры Шевченко, вот, вот это вот их, наверное, настырность и заряженность на каждый поединок, вот, мужественно они проводят все встречи, независимо от того, вот, я очень много читал интервью этих сестер, и везде, когда журналисты спрашивают, ну как же все-таки вот поединок, драка, мол, вот руками все такое, вот, и с кем они спарринги проводят, оказывается, спарринги они проводят с ребятами, вот, и те ребята, которые, как говорится, жалеют их, получают свое от этих сестер. Да. Поэтому они никогда вот не прощают снисходительности к ним. Ну, посмотрите, да, поединок очень такой вот интересный, насыщенный. Обе спортсменки достаточно опытные. Вот видите, и та, и другая спортсменки могут нанести чувствительные удары друг другу. Вот. Но мне кажется, вот что-то вот ногами они очень мало работают. А в кикбоксинге нужно в каждом раунде сделать 6, не менее 6 полновесных ударов ногой, да. А иначе, значит, согласно правилам, снимается одно очко. Это по версии лоу-кик. Да. Ну вот видите, вот девушки вот не хотят друг другу уступать. Сходится в клинче, и рефери разводит. Да, гонг прозвучал. Завершился второй раунд. Да, ну вот Паша Федотов был. Секундирует он вот Валентине, Валентину Шевченко в этом поединке. И сейчас мы вот... Замедленные кадры смотрим, как протекал поединок. Да, ну вот здесь видно, что Гульзара Азизова пропускает удары. Итак, третий раунд титульного поединка за звание чемпионки Азии, где встречаются представительницы весовой категории 55 килограммов Гульзара Азизова. Она вот справа на ваших экранах в синих шортах. И ее соперница, наша спортсменка Валентина Шевченко. 6 раундов по 2 минуты, вот сейчас на ваших экранах третий раунд. Очень опытная Гульзара, видите, она великолепно держит стойку, отвечает контратаками на удары нашей спортсменки, великолепно передвигается. Ну, правда, должен сказать, красивый, да, поединок? Да. И вообще, наверное, еще стоит сказать о том, что вот эти поединки, которые проходили 16 марта, это был первый турнир из серии «Большой кикбоксинг» в Кыргызстане. И на протяжении года уже календарь расписан. Каждый месяц у нас будут проводиться такие вот крупные мероприятия. Ну, очередное вот мы будем ожидать уже в апреле месяце. Да. И, наверное, вот, Канай Баянович, наверное, стоит сказать о том, почему в этом году вот Лига профессионального спорта и профессиональный спортивный клуб «Гермес Профи» вместе с Александром Воиновым решили именно пойти по вот этому пути. Раньше же матчевые встречи вот, да, проводились. Вот почему именно так в этом году решили? Ну, дело в том, что вы понимаете, что вот Александр Воинов, когда вот приглашал разные сборные со всех континентов земного шара, бывало так, что приезжали не самые сильнейшие спортсмены тех стран, которых приглашали. Дело в том, что всегда, когда приходит приглашение, оно поступает в руки какого-то представителя, и он пытается, значит, взять своих ребят, там, своих воспитанников и так далее. И мы видели, что вот приезжали болгары к нам, Великобритания приезжала, Америка приезжала. Турция. Да, Турция приезжала, вот, и... В этих поединках было явное преимущество наших спортсменов, потому что вот мы знаем, что Гермес Профи специализируется в лоу-кике, а приезжали представители фулл-контакта, карате приезжали, даже с тайского бокса приезжали. Вот. И вот были какие-то вот, ну, неравноценные поединки, за исключением вот последнего поединка, который проходил с Ливаном, с Ливаном, да, вот, в 2002 году. И вот... Сейчас Александр Воинов и
наша федерация решили провести вот такие международные турниры, где будут отстаивать титульные поединки, рейтинговые поединки, уже чисто вот по этому стилю. Да, ну то есть получается так, что получалось так, что мы не знаем, какие спортсмены к нам приезжают, а вот Кыргызстан их выигрывает. Да, теперь известные спортсмены. Да, теперь, то есть титульные поединки, это же назначается международные. Да, ассоциация кикбоксерских организаций. То есть они назначают теперь соперника. Да. И там действительно уже будут серьезные противники у наших ребят. Ну вот вы видите, что и характерно. Вот мы просмотрели вот сейчас второй поединок. Видите, интересные поединки проходят. Вот сразу вот в этом поединке, ну кто может сказать, кто выигрывает явно. Обе спортсменки достойны друг друга. Вот видите, что за титульный поединок, звание чемпионки Азии, борются две прекрасные спортсменки, представительницы Казахстана. Гульзара Азизова и наша Валентина Шевченко. Равный поединок. Видите, вот буквально вот прямой удар достигает цели нашей спортсменки. Да, у нее неплохо работает правая рука. Вы видите, что Валентина работает в правосторонней стойке, она левша, а ее соперница в обычной левосторонней стойке, она у нее правая, мощнее. Ну что, вот давайте еще раз понаблюдаем. Вот видите, и удар правый прямой. Казахстанский спортсмен достигает цели. Действительно, соперницы вот по бою можно сказать, что стоят друг друга. И вот еще нам, наверное, 11 предстоит таких турниров. Не 11, поменьше, да? В этом году. Да. И, наверное, вот все-таки это будет гораздо интереснее, чем матчевые встречи. Ну, поживем, увидим, конечно. Ну, вот вы видите замедленные кадры. Вы видите, обе спортсменки очень настроены на победу. Напомню еще раз, что это весовая категория 55 килограммов. Вот. Видите, насколько вот девушки вот сильные духом, вот видите, не хотят уступать. Ищут моменты, да, атак, чтобы побольше как завоевать баллы победные. Отчаянность вот чувствуется, вот видите, как вот настырность такая вот. Вот. Ну да, здесь у них у девочек тоже разница в возрасте, наверное, ощутимая. Валентине сейчас 17 лет. 17 лет, да. Азизова Гульзар ей 25 лет. Она имеет больше опыта, конечно. Вот. Но, тем не менее, все-таки поединок очень интересно проходит. Я думаю, что все те зрители, которые заполнили дворец спорта имени Кожемкула, а их не менее 3000, не пожалели за то, что они вот пришли на этот международный турнир по кикбоксингу. Видите, они активно очень болеют за наших девчонок. Вот. И для меня тоже было приятным откровением вот выступление сестер. Я думаю, что вот и третья их подруга по команде, Юлия Борисова, тоже вот найдется ей соперница, и она тоже покажет свое мастерство в ринге Дворца спорта имени Кожемкула. Ну, поживем, как говорится, увидим. Ну, пока вот обе сестры показывают очень зрелищный и красивый кикбоксинг. Да, и вот она наносит удары, ощутимые удары. Это учитывается рефери, которые обслуживают этот поединок. А я напомню, что боковых судей здесь трое. И вот они определят вердикт, кто же победит в этом поединке. Да, вот, кстати, о судьях. Судят представители разных стран, да? Это вот представитель Казахстана, Узбекистана. Да, судейская коллегия уходит представитель Казахстана, Узбекистана и нашей страны. Ну вот, мы сейчас смотрим наиболее интересные моменты. И вот заключительный 6-й раунд титульного поединка за звание чемпионки Азии среди профессионалок. Напомним, весовая категория до 55 килограмм. И здесь встретились Гульзара Азизова, представительница Казахстана, и Валентина Шевченко. Да, вот мы видим, что более разнообразную технику, вот удары с разворота, а потом ногами, маваши, вот в исполнении
Валентиной Шевченко. Вот, видите, очередной вот встреча вот ногой и спортсменка из Казахстана на полу. Ну, здесь иногда оно не было, но очко, да. Полновесное очко на счету нашей спортсменки. Ну, удар все-таки все равно чувствительный. Как бы. Ну, естественно, да. Тем более это и в моральном плане, когда спортсмен падает на пол. Любой боксер или кикбоксер, вот у них такое поверье, если упал на пол, это уже какое-то моральное превосходство имеет соперник. Ну что, интересные поединки, я должен сказать. Вот сестры Шевченко демонстрируют прекрасный кикбоксинг. Очень такая вот разнообразная техника исполнения. Вот удары ногой, рукой они вот чередуют. Несколько вот... Я вижу, что Азизова Гульзара, она больше вот руками работает. У нее боксерская, как говорится, направленность. Ногами она меньше работает. А Валентина, она использует и руки, и, как говорится, и ноги. Очень равный поединок. Вот несколько, вот, на мой взгляд, все-таки несколько преимуществ нашей спортсменки, потому что она разнообразнее действует, чем соперница ее из Казахстана. Ну и опять же надо напомнить, что в разделе лоу-кик надо нанести в одном раунде не менее 6 ударов. Ну вот. Завершен очень сложный поединок. Рейтинговый поединок. Ой, то есть титульный поединок за чемпионки Азии. На ваших экранах Валентина Шевченко. Прекрасно провела на поединок. И вот буквально через несколько секунд мы узнаем имя обладательницы чемпионки Азии среди профессионалов. И звание чемпионки Азии среди профессионалов по кикбоксингу в разделе лоу-кик в весовой категории до 55 килограммов единогласным решением судей одержала Валентина Шевченко! Председатель Государственного комитета Кыргызской республики по туризму, спорту и молодежной политике Алмак Учуков Акмутбек Мукашевич одевает пояс. Пояс под ваши аплодисменты Валентине Шевченко. Дайте больше света! Света в зал!